Тува пришли ранние морозы, еще даже не наступила календарная зима. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни столбик термометра опустится до -43 градусов. Как правило, в это время встает вопрос, при какой температуре воздуха ребенок может на законных основаниях не посещать учебное заведение. Если -40, не посещают школы с 1 по 4 классы. Если -42, то не посещает с 1 по 9 классы. И при температуре до -43 и ниже с 1 по 11 класс. Министр образования республики Ирина Пичугова убедительно просит родителей контролировать своих детей в плане посещения школы. Если есть возможность встречать и провожать младшеклассников, следить, чтобы дети-школьники были в поле действия сотовых телефонов. И одевать теплее. Сибирские морозы шутить не любят. Прошу всех очень внимательно следить за метеосводками и принимать меры по недопущению нахождения детей на улице без присмотра взрослых. Соответствующие приказы разосланы в образовательные организации, а также руководителям учреждения рекомендовано в период сильных морозов усилить контроль за работой систем теплоснабжения. Алдына Исаева, Буйон Оюн, Айдана Сентенма, Тува 24.